В Шотландии мусороуборочная машина насмерть сбила как минимум 6 человек. Десятки тяжело ранены. Одно из самых жутких ДТП произошло в Глазго во время рождественской ярмарки. По словам очевидцев, машина на бешеной скорости заехала на тротуар, где пешеходы ожидали зеленого сигнала светофора. Полиция сейчас перекрыла движение и начала расследование случившегося. По некоторым данным, водитель, управлявший мусоровозом, потерял сознание.